Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Частично снят карантин на круизном лайнере в Японии. Как сообщает NHK, 19 февраля был частично снят карантин из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess. Около 500 пассажиров находились на корабле в порту Йокогамы 2 недели. Уточняется, что в среду они начали сходить на берег. Ожидается, что процесс высадки всех людей завершат к пятнице, 21 февраля. Первыми судно покинули граждане пожилого возраста. Их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Граждане, у которых нашли заболевание, останутся на борту на дополнительный период карантина. На этом у меня пока все, а еще больше свежих и актуальных новостей на сайте mymsk.online. До скорого!